Арсений селезнил зверобой, курица зарылась в мешок. Может, она там и яйца откладывает, я не знаю. Надо будет посмотреть. Ну, что-то с таким подозрением начала копать. Сейчас я ее попрошу туда. А нет, вроде. Раньше она неслась в других местах. Сама лезет в мешок. Эй, вылазь оттуда, вылазь! Вылазь оттуда. Не может вылезти. Вылазь. Что ж ты туда залез? Прямо как в сказке, только... Сама залезла в мешок. Давай вылазь. Вылазь оттуда. Вот такая вот. Вот такая курочка. Смотри. Не, вроде ничего нет. Хотела там себе гнездо сделать. Пора, значит, выносить. Это туда складываю пластиковый мусор, который тут насобирал. Арсений селезнёв зверобой. Курочка белый луч решила себе сделать гнездо в мешке. Это так у меня было, по-моему, 3 года назад. Там тоже куры делали в мешке, но у меня просто тут стояли клетки для этих. Вот тут стояли клетки для кроликов. Вообще тут большинство было все оборудовано под кроликов. И сверху лежал мешок. Тоже так зарывались. А может быть, она хочет стать мамочкой. Ну, посмотрим. Арсений Селезнёв зверобой. Подписывайтесь на каналы. Смотрите обновления. Пока.